пляжу Черноморки. Только что господин Корненко поднимал вопрос. Хотели бы доложить, что мы данные работы еще зафиксировали 14 числа этого месяца. 20 числа мы там провели комиссионную проверку. Комиссионная проверка проходила совместно с департаментом архитектуры, после чего был эти все нарушения были зафиксированы нашим актом. Кроме того, застройщика мы оштрафовали. На сегодняшний день разрешительных документов на начало строительных работ и права собственности у него нет. В связи с этим нами подготовлены документы и посланы в администрацию для вынесения распоряжения о демонтаже данного фундамента. После вынесения такого распоряжения будет данный фундамент демонтирован. А под что там строилось? Там был раньше МАФ. Я как понимаю, что они этот МАФ сняли и решили сделать его капитальным. Сделали фундамент, но МАФ еще не установили.